Футбол не женская профессия? На самом деле особо нет разницы, мужчина или женщина свой. Мы относимся к этому совершенно одинаково, можно сказать. Мы выходим делать свою работу, независимо, это мужчина или женщина. То же самое, независимо, у нас игры делятся на мужские или женские игры. Поэтому у нас еще стереотипы в белорусском футболе, чтобы женщина судила мужской чемпионат, это еще очень-очень так необычно, можно сказать. Реакция, что нас будет судить девушка? Да не может быть, она же не разбирается в футболе. Ну, потом, со временем. О, опять они судят нас? Физически, конечно, сейчас судьи практически как легкоатлеты, можно сказать. Что касаемо девочек, что касаемо мальчиков. Рост, в принципе, не особо влияет на категорию твою. Вот. Конечно, предпочтение, наверное, дают высоким, но есть знаменитые судьи не очень высокого роста. К мальчишкам я отношусь намного строже, можно так сказать. Как бы от них я требую еще больше. Иногда от девчонок я получаю больше профессионализма, чем от мальчишек. Ответственность у девчонок намного выше. Тебе? Главное, чтобы было комфортно. Не важно с кем. Ну, это замечается. На самом деле, сексизм, это, наверное, еще с времен СССР, мне так кажется. Потому что женщина должна быть всегда ниже уровня. Но мы не хотим выделяться, мы просто хотим делать свое любимое дело. Футбол не женская профессия? Да и бокс, в принципе, тоже не женская профессия. В принципе, и мужчины занимаются тоже женскими делами, поэтому это только стереотипы. Конечно, у нас у каждой есть свои семьи, свои любимые люди, которым мы тоже уделяем время, но как профессии, как любимое дело – это футбол. И он есть в нашей жизни, поэтому мы сейчас его… Мне кажется, это самое главное, чтобы профессия и любимое дело были в одной корзине.